Ахун, в смысле Руслан Веров. Вот это писатель. Он же издатель, учредитель издательства «Снежный ком». Он же редактор этого издательства, он же директор открытого крымского фестиваля «Созвездие Юдак», он же исполнительный директор семинара, романного семинара по руководству Молодия Валентинова по Шините. Вот полный набор титулов, пожалуй, на данный момент. Звезды. Итак, пока и скажете, вот строительство в НЭП. В прошлом году мы с Игорем Минаковым публиковали статью «Утоление жажды». Кое-кто эту статью читал. Она была опубликована в очень сокращенном виде журнала «Если». В полном виде была опубликована в сборнике «Операции вирус» нашим и в итоговом сборнике «Настоящая фантастика 2010», который выходил от СМО. Где мы рассматривали фантастику в разновидность квазирелигиозной литературы. Подчеркиваю, квазирелигиозной литературы. Собственно говоря, подробно очень останавливаться, поэтому на этом моменте я не стану. Несколько наблюдений. Во-первых, господа, не кажется ли вам, что вот все наши сборища, конвенции и вообще самодеятельность фантома, в общем, носят некий, в хорошем смысле этого слова, сектантский оттенок? Ну, носит. Не зря к нам, опять же, извиняюсь за тавтологию, заносят иногда некоторых товарищей, которые вот иногда попали, которые вот начинают рассуждать какие-то паранормальные утверждения, летающих тарелках и так далее. В общем-то, фэндом – это некое квазирелигиозное образование людей, связанных общим интересом, которые не имеют аналогов в других разновидностях литературы. Нет фэндома детективщиков, нет фэндома любителей женской прозы, нет фэндома любителей деревенской прозы, но есть фэндом любителей фантастики. Это явление существует. То, что фантастика – это квазирелигиозная литература, вообще говоря, первый вопрос поднял не я, поднял Вячеслав Рыбаков, на самом деле, в своих достаточно давних статьях, поэтому я, одна из них статья была, как и называлась, «Фантастика – религиозная литература». Я позволю себе цитату. «По сути дела, билитаризованное описание желательных и нежелательных миров есть не что иного, как молитва о неспослании чего-то или обережение чего-то. Эмоции читателя здесь сходны с эмоциями прихожанного для коллективного богослужения. Серьезная фантастика, при всей привычно приписанной ей научности, хотя бы рациональности, является самым религиозным видом литературы после собственной религиозной литературы. Является шапкой-невидимкой, маскалатом, в котором религия проникла в мир атеистов, нуждающихся в примирении, подравдывающих этику суперавторитете и в объединительной вере, и получающих их в виде вариантов будущего, которого мы хотим или которого мы не хотим. Фантастика – единственное прибежище, где так называемый атеист может почувствовать себя в соборе или в толпе, помолиться на негневно зависть справедливой претензии, атеистов же среди нас как ни крутите немало». Это цитата из Рыбакова. Собственно говоря, религиозное мировоззрение среди образованных людей дало сильную трещину в эпоху просвещения и его сильно доконала эпоху позитивизма. Агюст Конт и все остальные прочие. То есть с развитием науки человек стал удаляться от религии. Однако человек устроен так, что ему необходимо во что-то верить. Так мы устроены, вообще говоря. Нам нужны действительно какие-то идеалы, нам нужны какие-то этические императивы, нам нужно, чтобы задавал какой-то суперавторитет. Этим суперавторитетом стала наука на очень длительный период времени. Это, соответственно, проявилось в виде science fiction, то есть художественно-научной литературы, если условно перевести, или научной фикции, если уж совсем условно перевести. Человеку нужно это. Человек для этого жить не может. Какие основные аспекты, в общем-то, квазирелигиозного восприятия? И почему научная фантастика, а не фэнтези? Во-первых, это вера. Аспект веры. Фэнтези этот аспект отсутствует как класс. То есть всякий разумный человек, мы не берем патологические случаи, а не патологические исключения, понимает, что миров, заселенных хоббитами, вампирами и прочей нечистью, не существует и по определению быть не может. Ну, есть отдельные личности, которые верят, что где-то есть Средиземья, и Толкин все это не придумал, откуда это взялось из ноосферы, ну, это отдельные случаи. То есть фэнтези не предполагает аспекта веры. Научная фантастика его предполагает. Может быть, определенной долей вероятности, описываемое в будущее или параллельная вселенная, как докладывал Федя,
наречия существует. Это аспект веры. Это религиозный аспект, таковой. То есть в научной фантастике присутствует в полной мере. Аспект надежды. Научная фантастика рассматривает варианты будущего и будущего. То есть утопия – это царство Божие на земле. Антиутопия – это картины ада, вообще говоря. Которые апокалипсис, даже термин апокалипсис, постапокалипсис, в научной фантастике существует в явном виде. То есть это откровение Иоанна Богослова, это вот, полная аналогия. Царство Божие на земле может реализоваться разными способами. То есть, когда человечество предполагало, что мы полетим в космос, была очень актуальна тема космоса. Да? Что мы воюем Вселенную, чтобы стать глубокими галактики. Сейчас эти надежды немножко подкосили, сейчас будет вязь их очень сильно. Посадил пятерку и переставили ногу. На это очень большие надежды сейчас возлагают люди, поэтому вязь сейчас вполне себе. Вполне себе. То есть, если эти надежды не оправдаются через 20-30-40 лет, биотех, нанотех, и это направление фантастики заглохнет. Естественно. Вот. Киберпанк вполне рулит, потому что это оправдывает себя уже сейчас. Аспект надежды присутствует, как таковой. Но это есть чудо. Да. Научно обосновано каким-либо образом, с какого-то боку приклюку, но аспект чуда существует в полной мере. Вера, надежда, чудо. Все аспекты квазирелигиозного воспитания. Конвент – это коллективное родение чуда. Аналогия существует. Теперь рассмотрим, собственно говоря, проблему, почему именно НФ занимается богоискательством, богостроительством. Как я уже сказал, человек нуждается в суперавторитете, в оправдании моральном, этических норм. Научная фантастика очень близка к метафизике. Особенно хорошая научная фантастика, которая рассматривает серьезные проблемы, типа возникновения Вселенной, образования жизни на Земле, что такое человек, кто мы и куда идем. В общем-то, это проблемы, которые рассматриваются и Ветхом, и в Новом Завете, поэтому освоили. Ровно та же самая проблематика заявляется. Фантастика трактует ее по-своему. Рассмотрим для начала советскую фантастику. Нормальную советскую фантастику, которая, можно сказать, стартовала с Ивана Антоновича Ефремова. Еще Ревич отмечал, что главный бог Ивана Антоновича Ефремова – это всегда же наука. Да? Вот все занимаются наукой. Наука – это цель жизни. Человек может некоторое время в туманности виде не заниматься наукой, но какое-то время он обязательно этим занимается. Есть высший суперавторитет. Это великое кольцо цивилизации. То есть это уже богостроительство в чистом виде. Есть идея, которая рассказывает в части БК, что вот овладение пространством, овладение под пространством, слияние, уравновешивание Вселенной и антивселенной, то есть создание некоего коллективного разума, который будет богоподобен, по сути своей. Вся туманность Андромеды пронизана буквально щемящей тоской по жажде человеческого бессмертия. Все хорошо, блин, прощальная сцена полета старта лебедя, это тоска, всегда вылетает, никогда не увидимся. Все хорошо, но человек смерти, к сожалению. Иван Антонович был реалист и понимал, что это сделать людей, будущего бессмертным, это было не совсем люди, они были неинтересны совсем читать. Но и так сильно сконструировал. Поэтому богоискательство Ефремова проявилось в этом. Там они еще искусство, они, там же они параллели искусство почти. Это само собой. Я извиняюсь, что я вылез. Все. Стругацкие, ранние Стругацкие, они занимались богостроительством. Мир полдня, это рай на земле для интеллигентов. То есть они построили рай на земле для интеллигентов. И до сих пор очень много людей на них обижается, чтобы не сошлось. Вот не получилось, мир полный оказался невозможным. Обидно, Стругацкие много наобещали, но не выполнили. Нет, действительно обижаются. Реально люди обижаются очень недовольны. То есть Стругацкие построили утопию, одна из разновидностей. В общем-то, религиозного текста, который трактует его в земных критериях. Кстати, ремарка, почему марксизм восторжествовал в самой религиозной
религия, последнее царство Божьего на земле. И поэтому храмы стали крушить на Мусаре, с огромным удовольствием. И огромное количество народа этим занималось. Не все, да, не все. Некоторое количество народа воспринимало это прежнее крещенство, но огромное количество народа восприняло новую религию. Коммунизм, царство Божие на земле. Но царство Божие, тем не менее. Рай. Стругацкие, они пошли, поскольку они были правоверные комсомольцы, коммунисты и так далее, они пошли в этом ключе. Но быстро поняли, что это немножко не так. В общем-то говоря, научная фантастика, и научная фантастика Стругацких вообще постоянно занимается отсылками на библейские темы. Постоянно. Возьмем такой текст Стругацких замечательный, как «Время дождя». То есть второе название вылетело из головы. Гадкий лебедь. Да. По сути, это евангельская притча о покое, вообще говоря. Но не только о покое. Как мы знаем, совершенно все заканчивается. Имеет место превращения вина в воду, да? Обратное чудо, на которое сотворил Иисус. Имеет место апокалипсис отдельно взятом в городе. Имеет место новая земля и новое небо с всадниками. Четко. Абсолютно христианская аллюзия. А какая подоплека? А подоплека, кто не знает, замысел Стругацких научно-фантастического. То есть очень тривиально. Матрицы, есть пришельцы из будущего, которое ужасно. И они являются в прошлое, чтобы это будущее изменить. Нормальная, обыкновенная петля времени. Как только они это будущее, как только они совершают в прошлом необратимые изменения в лучшие стороны, они исчезают, поскольку их в этом будущем уже нет. Это замысел Стругацких, который изложен в лучших навеках, дневниках и так далее, то есть абсолютно научно-фантастический замысел. В чистом виде. Другое дело, что это социальное, в большой степени НФ, большой слой рассматривается педагогики и многие другие вещи. В общем-то, это НФ, которое занималось благословительством. Таковым. Я не говорю уже такие притчи и речи, как Града Кочевна, это тоже думалось абсолютно научно-фантастическая вещь, съехала в область, в общем-то говоря, тоже есть суперавторитет, который проводит эксперименты на жизни. Это что касается братьев Стругацких. В более позднее время наши фантасты постоянно тоже обращались к этим темам. Грем Ахманова, Лилиец, классическое тело воскрешения всех мертвых на Земле. Тема Федорова, русского космиста, реализована в научно-фантастическом плане. То есть машина времени, наблюдатели, которые забрасываются в прошлое, отслеживают этих людей и все, что надо разъяснить. Подробнейшим образом рассматривается проблема, куда девать всех уродов, подонков, где их расселять, но надо воскресить всех. Абсолютно новозаветная, скажем так, проблема решается в научно-фантастическом ключе. Циолковский тоже об этом говорил. Циолковский, естественно, об этом говорил, только космисты хотели воскрешать только мужчин. Большая такая деталь, они вообще были очень суровые ребята, русские космисты. Да. Решать не хотели мы мужчин, наши фантасты помягче. То есть это что касается богоискательства, богоспроизводства, эти мотивы постоянно возникают. Возьмем Павла Арнеля, известного фантаста. Он занимается этим на уровне космогонических. То есть все его вещи, и Вселенная, крупные вещи, и другие, это, в общем-то, вещи, которые многие воспринимают, вообще говоря, как псевдорелигиозная литература. Хотя, на самом деле, это твердейшая научная фантастика, построенная на каких-то физических, известных физических гипотезах. Тем не менее, там у него то Вселенная обладает собственным разумом, то человечество, это, ну, люди кода, например, почитал, прекрасно знает, что люди кода – это вещица, которая обосновывает пульсацию Вселенной, существование в ней разума. Это абсолютно богостроительская вещь, по сути. Совершенно. И таких примеров можно приводить очень много. Туда в серьезную, глубокую, она это не копье, не копьюшек, это все равно. На Западе все это еще круче, на самом деле. Поскольку западная фантастика англосаксонская, она протестантская, по сути, а протестантская этика такова, что, вообще говоря, при жизни можно все, богатый, успешный, угоден Богу, но после смерти все это заканчивается. Вот. А фантасты,
и любители фантастики, по сути своей, атеисты и агностики, чаще агностики, то такой агностик, могу кратко сказать, это человек, которого отшибло верил. Это человек, который не может верить во что-либо. Он верит, когда ему определяют факты. Ну, а на одной написано «знаю», на другой написано «верю», да, и одной головой обладает, или они говорят, что «верю». То есть, если по стол, мне не нужно верить, что это стол, я верю, что это стол. Агностик говорит, предъявите мне высшую силу, я в нее поверю. Нет, я практически использую для этого, здесь там не было. Ну, и я допускаю существование. Но глубоко поверить, сказать, как сказал кто, Августин, да, абсурдно, потому и верю, это нужно не внутреннее мозг, вообще говоря. Или Фома. Фома сказал, Фина сказал, да. То есть нужно быть мужественным человеком. Абсурдно, потому что ты верил, иначе бы и не верил, иначе было все понятно. Наши не верят. Поэтому нашим нужна какая-то для этого база, чтобы что-то поверить. Например, то, что мы станем бессмертными, то, что нас воскресят, наши потомки заселят галактики, как говорит Крутый. В общем, обоснование. В том, что мы станем очень почти киборгами, равными Богу. Те же самые странники в Стругацке, возвращая к теме Бога. Любая цивилизация очень легко заменяется божественной силой в любом научно-фантастическом произведении. Без труда. Замените слово «странники» на слово «Господь Бог» — ничего не изменится. Ровно ничего. Вообще ничего. То, что странники получаются в итоге, по гипотезе Стругацких, из обыкновенных людей, в общем-то ничего не меняет, по большому счету. И то Стругацкий за это крепко приложение начинает брать, это забыло, что они раскрыли эту тайну. По-своему. В общем-то, это та же божественная сила. Любая сверхцивилизация — это божественная сила. Она непознаваема для нас. Ее логика нам непонятна. Ее добро — это сверхдобро. Ее этика — это сверхэтика. Ну, в общем-то, она, может быть, и желает нам добра, но это странно желает. Это вопрос, опять же, это уже богостроительство, согласно. Запад еще больше. Все очень жестко. Гиперион — это классический пример богостроительства. Гиперион основан на философии Пьера Тельяра де Шардена. Восхождение к Ганимеду. Кто не знает, тому напомню. Философия Шардена основана на том, что человечество, развиваясь, дойдет до состояния божественного макрокосма. Станет сам коллективный человеческий разум, обретет личностные характеристики и станет Богом. Причем станет властен над пространством, над временем. Симон делает изящный трюк, у него техноразум идет туда же. Ну и, естественно, они в будущем начинают делать войну, которая начинается в итоге в прошлом. Собственно говоря, это абсолютно гастроидическая вещь, Солярис Лена. Это, конечно, технологическое сочинение, но Солярис — это то ли божество, то ли демон. Причем такой мощный. Существует исследование довольно любопытное, что Солярис продуцировал низменные желания материализовал членов экипажа. То есть Крис это просто садист, на самом деле. Поэтому он издевается на своей паре постоянно, то в космос пускает. А он далек от самоубийства, садист. Кто-то гомосексуалист, кто-то педофил и так далее, то Солярис берет, продуцирует эти желания. Довольно интересное исследование и логически обоснованное. То есть это всемогущее существо, которое познать невозможно, которое каким-то образом исполняет какие-то желания, причем бога это или демон, вернее богиня или дьяволица, поскольку Солярис женского рода, понять невозможно. В общем-то, это текст, по сути своей, тоже богостроительство. Таких примеров много, очень много. То есть любая серьезная идея рассматривается, основа мироздания, теории происхождения человека, гипотезы эсхатологические, то есть чем все закончится, апокалипсис, постапокалипсис и так далее. По сути, все это перекрыли библии, по большому счету. Только сделанные в позитивистском ключе. Безусловно. Чтобы человек, который не верит в высшие силы, ну, нашел в себе точку опоры хотя бы для какого-то либо. Появил какие-то этические императивы. Ну, космос был очень хороший этический императив. Я надеюсь, что все-таки это разойдется, потому что человечество иначе вот, без каких-то идеалов каких-либо окажется изменять глубокую ситуацию. Идеалы нужны. Религия какие идеалы задавала? Люди верили. Искренне верили.
как так-то, как-то, худо или бедно, но церковь с этим справлялась. Сейчас не справляется. Фантастика тоже как-то худо, бедно, на каком-то этапе справлялась. Сейчас не справляется снова. К сожалению. Сейчас рулит эскапизм. Ну, то есть, скажем, для неоязычников, те, которые искренне верят, да, фэнтези, это нормально. Да. Но их мало. Я считаю, неоязычество, это, в общем-то, игры для молодых. Поиграться. Это прикольно, это любопытно, это и по всем остальным, это не как у всех. Но искренне веры у них нет. Соответственно, современная моральность фантастика, научная фантастика, это не сравнение научная фантастика, хорошая научная фантастика. Не говорю о умных докторах, боже упаси, фантастика. Космогоническая научная фантастика, эсхатологическая научная фантастика, утопия, антиутопия, философская научная фантастика. Такие ориентиры куда бедно задают. Хорошо это или плохо, я не знаю, скорее всего это хорошо, жаль, что такой фантастики мало, но она есть. Ну, в общем-то, я что хотел сказать, сказал, если есть вопросы, пожалуйста, можно дискутировать, да. Да, у меня ряд вопросов. Ну, первый такой вопрос, вот мы называли ряд произведений, и так говорили, вот это богостроительство, это богостроительство, но ведь богостроительство требует несколько более четкой системы аргументации, ну, с моей точки зрения, потому что вот так вот, как вы говорили, это как-то, значит, напоминает вот... не то чтобы фрейдизм в классическом смысле, но ведь фрейдист везде найдет мотивы, угодные ему. Так вот, если мы берем и объявляем... Я еще про отца ничего не говорил. Да, я не спорю, я не спорю. Найти можно очень много, но будет ли это подбор фактов под заранее известную гипотезу, когда мы факты можем нас найти хоть в тени, почувствовать, хоть в чем угодно. Или это все-таки целостная концепция? В каком смысле? Вот возьмем, например, утопию. Вот есть такая неплохая книга одного из западных философов «История будущего». И там подробно описывается трансформация утопических картин. Ну, в смысле, вот вначале были там эсхатологические религиозные, потом на смену приходит гражданская утопия 18 века, а потом она так изменяется, трансформируется. И в этом смысле гражданская утопия 18 века, ну, ее, конечно, можно заявлять, что это религиозная вещь. Но очень многие вещи там были именно религиозными срезами, причем не только обряды. Это уже эпоха просвещения. Да. С которой я начал, да. Которая подрубила религиозное сознание. Да. И получается такая вещь. Причем это еще те утопии, да, на самом деле. Да. Казарма. Ну, естественно. Но если мы возьмем одну из вещей, которые говорили о том, что бесчеловеческая бессмертие и так далее и тому подобное, то богостроительство они как по своей концепции, ну скажем так, не очень дотягивают. Почему? Потому что если мы берем классические качества Бога, это власть онтологическая, власть культурологическая, 100%, власть над душами и так далее и тому подобное. И вот да, сумма всех этих содержителей, всех автократов, я не спорю. Очень многие утопии, которые говорят, честно, по-моему, я сейчас не буду, просто не дотягивают. Получается вот тут еще тонкий момент. Мы можем строить богостроительство на 100% и на 85%. То есть не забирая себе только онтологическую власть. Но в любом случае это называется богослово. Ну, строил, не достроил. Ну, это же более строительство. У нас все-таки художественная литература, которая накладывает определенное ограничение. Так, не требует 100%. Садоклисты, Мором и прочие композиторы, в общем-то, они не сами написали. Художественная литература накладывает определенные ограничения. Есть система образов, есть сюжетный интерес, есть многие другие вещи, которые, ну, если уж пытаться втиснуть полностью философский трактат в художественное произведение, вы не почитаете. Нет, да. Я считаю, что вот... На конце концов, это самое, за миллиард лет Рыбаков как продолжается у вас? Трудно стать Богом, да? Или трудно быть? Трудно стать Богом Рыбаков. Он полностью вообще в религиозный мотив переделал, да. И не изменив, так сказать, основополагающих. Он, кстати, хорошо очень показал, как идея Стругацкого полностью в религиозную шла. Не, ну куда? Да, можно два слова? Я скорее вот на чашку хлеба песок добавил бы. Дело в том, что богостроительство именно на базе, между прочим,
оно, естественно, подразумевает свою оппозицию. Дьявол-строительство. Обязательно. Обязательно. Я вот и есть. Популярность киберпанка, черного киберпанка, постапокалиптики мы строим ад на земле при помощи науки. Это пророчество, да. Совершенно верно. То есть четкая позиция. Есть богостроительство, полдень Стругацких, Великое кольцо Ефремова и так далее. Есть поиск сатаны. Вставим 7 чипы, будем жить в абсолютно контролируемом обществе. Нате вам власть над душами. Да. Абсолютно. И так далее, и тому подобное. Так естественно, это же две стороны одной медали. Конечно. Просто раз присутствуют обе оппозиции, значит факт имеет место быть. Ну, можно найти и третью оппозицию. Какую? Я же говорю, что вот именно очень тот, с моей точки зрения, очень важный момент. Почему идет недостройка? Причем кого здесь недостройка? Недостройка в том смысле, что вот человек говорит, вот он не успел, не этот, вот меня ограничивают в рамках художественного произведения. Нет. Люди вполне довольны именно властью дантологии, но не занимаются душами, и это считается уже утопией. Или наоборот, люди довольны властью над биологией, но над индивидуальной бессмертием, но наплевать на космос. Пока они занимаются душами, но вот мы имеем полдень Стругацких, да, рай на земле. Это власть, ну, райская, материальная. Все богаты, все обеспечены, все сыты, правильно? Это власть над душами. Теория воспитания. Теория воспитания. Не есть власть над душой. Есть. Позитивные реморализаторы на двух полюсах планеты. Свобода выбора. И технически это возможно. Правильно. Свободу выбора. Еще как? Так, не в том смысле, что воспитать так, что других выборов не будет. Один-то второй способ. Я хочу тоже кинуть немножко гирек на чашу весов Глеба. В плане того, что если мы говорим о богоискательстве и богостроительстве, то полного процесса завершения его быть не может. Мы можем идти и строить коммунизм, но когда мы к нему придем, никто не знает. И если уже говорить о фантастике, вот классические примеры богостроительства и дьяволостроительства, это тот же самый Кинг «Противостояние» и Роберт Маккоман «Песнь сва», да, где четко противопоставляется два общества. Одно строит путь к дьяволу, второе строит путь к Богу. И вот конечный результат, его не может быть в художественной литературе. В художественной литературе достижение конечного результата построения Бога подразумевает под собой, что это будет единственная книга на Земле, и только ее все будут читать. Да? Если она будет иметь абсолютную власть над душами, зачем тогда будут нужны другие книги? Может ли существовать вообще такая книга, как такого, в художественном смысле? Старая Библия. Старая Библия. Коран. Да. То есть завершение процесса богостроительства его априори быть не может. Как и завершение процесса построения коммунизма. Нет, как раз. Или подобных. Нет, как раз завершение может быть. Да. 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 Завершение конечного достижения. Мало кто из писателей ставит себе такую цель, показать финальную стадию, что вот мы строили, наконец построили, Абдулла поджигает. Вот. Но вот дело в том, что такая задача иногда ставится, но редко. Вот. Но это совершенно не значит, что подобные произведения, где не ставится задача показать финальную заключительную стадию процесса, не являются богостроительскими и богоискательскими. Они показывают процесс, но не показывают его завершение. Почему обязательно надо показать завершение процесса, чтобы вещь была богостроительская? Они показывают процесс, но не показывают результат. Ну, он подразумевается. Да, мне кажется, тут немножко путаница в терминах произошла. Почему? Потому что когда то, о чем говорили, утопия, да, это не богостроительство, это создание Царства Божьего на земле. Что несколько разные вещи. Это для атеистов. Нет. Ну, сейчас, вот так бы, да? Дайте вам закончить, да. Точно так же, как вот тут прозвучало о том, что рай на земле или все-таки Эдемский сад на земле, разные вещи. Потому что, ну, там немножко все-таки смещаются же эти штуки. Когда мы говорим о том, что человек создает Бога, да, или строит Бога, это немножко другая история. И здесь так, то есть мы говорим, путается немножко некий статус, некое состояние мира, который пребывает, допустим, в неком блаженном состоянии, да, Царство Божие на земле, или создание некой сущности, придумывание некой сущности в художественном тексте, которая является или почти всезнающей, всеведущей, как Пандему у Диченок, или же действительно таковой полностью. Вот тут, мне кажется, произошла путаница в терминах. Нет, ну есть и то, во-первых. Фантастика. Есть и то. Есть,
момент, что там, опять-таки, оно как-то все в одну кашу, в одну кучу смешалось. С одной стороны, фантастика как религия, и с другой стороны, религия в фантастике. Я бы все-таки это разделил более чем. Религия в фантастике я не трогал. Сакральная фантастика, понимаете, прочее, я не касался ни разу. Ну, сакральная фантастика. Это такое, как бы. Андрей, вот возвращаясь к исходному вопросу, коллеги, так сказать. Не до настолько-то процентов, настолько-то процентов, настолько-то процентов. Это отражение реальных тенденций чисто исторически социальных. То есть с определенного момента идея Бога среди того слоя, который, в общем-то, эту идею изначально должен был бы развивать, проповедовать и так далее, она уходит, и они ищут отчаянно ей заменителей. То есть именно 18 век – это критический век, когда появляются энциклопедисты, Руссо, которые пытаются создать альтернативы. И вот с этого времени начинается, я бы назвал это, богонедостроительство на практике, то есть не в фантастике, а в сугубо практическом применении. То есть оборачиваются благие намерения энциклопедистов Робеспьером, богиней разума, эрзацами, которые как бы пытаются заменить, но они пытаются принять все атрибуты божественности, они пытаются создать, насадить то, что им представляется раем на земле со всеми его атрибутами, но они излучают идею сущности, личности Бога, и на этом начинается пробуксовка. Потому что отрицание этой личности и замена ее некой идеологией, что у энциклопедистов, что у, там, я не знаю, марксистов, оно получает локальный, очень эффектный рывок, выигрыш по сравнению с религией в целом, но неизменно эти же свойства, которые у них есть для быстрого рывка, они оборачиваются в некой перспективе, причем недолгой перспективе. Катастрофы, потому что эта конструкция не имеет стержня. И вот в том-то и дело, что в фантастике это очень четко отображается. То есть фантастика – это поиск некоего виртуального бога-строительства, бога-недостроительства, которое не будет применено социально, но которое объединит на своей основе тех, кто в ином случае, да, предположим, при иных раскладах, очень легко бы оказался в рядах бога-недостроителей на практике. То есть, кто бы легко воспринял новые идеи и, в общем-то, достаточно антиконсервативен, можно сказать. То есть, скорее неофил, чем неофоб, если так можно выразиться. Вот поэтому... Тут хотелось бы сразу отметить. Почти все коллеги, которые говорили о религии, они присутствовали в следующем заключении. Вот есть некая совершенная концепция Бога, или там церковь справлялась, где-то не справлялась, а потом различные варианты, когда, значит, как-то куда-то пытаемся заменить, но без верховных гидр они получаются. Смотрите, религия тоже прошла любопытный свой изменение. Получается такой очень важный момент. Если мы берем чисто религиозное мировоззрение, то там подъем от язычества к христианству, вот это вот несколько тысяч лет, трансформация и так далее и тому подобное. Но если мы берем фантастику как отражение вот тех тенденций социальных, о которых вы говорили, то мы видим тоже очень сильную трансформацию, очень быструю трансформацию на протяжении последних 200 лет. От утопии 18 века казарменного типа, да, к утопиям 19 века, потом 20 века, там коммунистические, некоммунистические. И вот сейчас мы видим утопии последних лет, где утопия уже невозможна, научно-фантастическая утопия уже почти невозможна без того или иного варианта бессмертия. Без такого смысла, да. То есть либо продление жизни биотехнологиями до того момента, когда человек утрачивает человечность, либо он наверное будет в какое-то сверхсостояние, благодаря переносу сознания в компьютер и так далее и тому подобное. Но эти вещи уже читают люди не религиозного склада ума, а именно с научной подоплекой. То есть получается следующая вещь. Есть какая-то трансформация в религии, которая требовала чисто религиозного подхода, верю
то есть и веры как допущение, и есть не совсем вера. Вот тут я все-таки не то чтобы не согласился, вот у Канта есть отличная фраза «доктринальная вера». И вот Кант применяет такое сочетание «доктринальная вера» по отношению к гипотезе о ином разуме. И он говорит, что Джордано Бруно верил в ином разум, мы тоже сейчас верим, у него никаких доказательств. Прошло еще 200 лет после Канта, но все равно верим, а все еще нет доказательств. А все равно верим. Не верим, гипотеза. То есть это нет, не есть вера. Но это не традиционная вера, что тоже... Во-первых, вы укатили далеко от вас, сейчас вы приедете в последние читатели. Давайте вернемся обратно. Пускай Березин, как бы... Дайте две секунды, я просто произношу, допустим, если антиутопия. В чистом виде и буква, это, я не, тут упоминали, 84-й год, 1984-й. Там полное построение общества, которое будет всегда стабильное и такое страшное. Там зачем страшная книга? Атомные войны там не написано, там просто войны. Дело не в этом даже дело. Общество, которое будет стабильно, сапог встал на лицо, будет стоять всегда. И душ на душу власть полная. Переделывают как хочешь человека, в любом убеждении, он все равно потом, там сколько, 3 пальца видели, 4, я помню, как это, правильно? То есть там полное построение дьявольского мира навсегда. Ты о чем со страшной силой? Корректирую. Все, я просто хочу такой маленький... Я уже как бы... Да? Я чуть-чуть добавлю. Я все-таки еще не помню, но это вот две матрицы. И... продолжение. Девушка с машиной. Там, кстати, Бог имеется. И Бог несовершенный, который мучается тем, что у него нет души. В общем-то говоря, знаете, в совершенстве, поэтому вот он терзает избранных там, далее, далее, потом. А у меня нет рта, я... При этом человечество чувствует себя прекрасно. Эллисон, помните, у меня нет рта, но я хочу больше. Да, мне хотелось бы некоторые комментарии. Во-первых, вот мы уже удалились в 18 век и так далее, и применительно к фантастике. Существует... длительная эпоха, которую я бы, пожалуй, продлил по началу 20 века, когда люди, чувствующие недостаточность религии, все же выросли первоначально во время личности сформировалось, религиозное время. И то, что они дорастают, доживают до времени, когда постулаты меняются, более того, хотят ориентироваться на науку. У них это получается во многом через силу, даже когда они пишут фантастику. Пример. Марк Твен. Один из очень немногих, кто описал, попытался, в самом случае, описать подробно райское бытие в пределах фантастического текста. Один из тех, кто попытался создать альтернативы божественному, типа сила мрака, сила дня, понятно дальше. Тут и то, что мы, в общем-то, привыкли в собрании сочинений с сатаной, и 33-й сын дьявола. Эта вещь сравнительно поздняя, и любопытно, что то, что он не дописал при жизни, то, что он... оставил в черновиках, его семья и его литагент не рискнули опубликовать. Они это сделали из этого выдержки, причесали, пригладили, поэтому, в общем, долгое время, по-моему, до 70-х годов 20 века знали только кастрированные варианты. Но Марк Твен весь последний этап жизни, он пребывал в черном отчаянии, он понимал, в общем-то, что тот Бог, которому его учили, как Тома Сойера, в возрасте Тома Сойера, уже не катит. Эволюционную теорию и прочее он признал разумом, я бы сказал, признал, пытался признать и сердцем, но у него это получалось не вполне. Поэтому он вот так вот... от светло-иронического мира Шерлока Холмса он пришел к темно-ироническому миру построения рая, описания того, что верховный владыка, в общем-то, все равно, кто есть сатана или бог, взаимодействие людей с ними, взаимодействие вечности со всеми этими идеями. То есть этот этап тяжел.
Но большинство фантастов 20 века, они воспитывались в то время, когда Марк Твен уже пытался умом. То есть они не Томы Сойера. Поэтому для них гораздо шире пространство маневра. И я не сказал бы, что их утопии демонстрируют недостаточность. Если честно, то классическое каноническое верование в нашем мире, оно тоже демонстрирует свою недостаточность. И люди искренне верующие, они или полностью выпадают из круга светской культуры, чаще всего не от большого ума, или проводят сложные адаптации, таким бы они ни были, два чела, Честертона до Чигиринска. Ну и, наконец, последний вопрос, господа, а мы что, говорим только о христианской концепции? Я понимаю, что... А фантастика выросла в христианской концепции? Не без того, но достаточно сильно уже вторглись дальневосточные вещи. Но она радует христианской концепции. Да. Я уж не буду приводить пример черного баламута и рыжего баламута, потому что концепция там, хотя и восточная, но не дальневосточная, но те или иные буддийские штуки сейчас в фантастике проходят регулярно. Сейчас, да. А вы знаете, сейчас это фактически всю нашу жизнь, с 60-х годов. Я хотел сказать. Мы, конечно, все тут специалисты по литературе, я тут смотрю, вообще слышу такие страшные слова, как Кант, Томмазо Кампанелло, «Город солнца», тут Марк Твен. Всех этих писателей я не читал, читать не буду, потому что я тупой любитель фантастики, хожу на рынок за книжками «Армады» и только ее и читаю. Но в пику всем выступающим, особенно вот господину Бескровайному, он очень хорошо разбирается в философии, я хочу у него спросить, где, кроме Канта, вы видели хотя бы строчку о доктринальной вере? Современной научной фантастики. Сейчас я приведу вам примеров 20 навскидку. Один из последних романов Йена Бенса «Алгебра есть». Классический пример доктринальной веры. Две цивилизации. Первая цивилизация существует уже несколько миллиардов лет. Они такие полубоги, у них есть все. Они могут перемещаться во времени, в пространстве, двигать цивилизации, создавать планеты, уничтожать планеты, создавать цивилизации. У них есть одна из настольных игр, то есть они создают такую небольшую галактику, населяют ее разными цивилизациями, техногенными, нетехногенными, то есть энергетическими, вот как у Айкумени. И потом сталкивают. И, значит, судят. Один из них, в общем, работает арбитром, а двое управляют космическими флотами. Ну, развлекаются вот так вот эти существа. Вторая цивилизация из этой же книги. Это огромное существо, гигантское, намного больше, чем Солярис, намного больше. Это, скажем так, разумная галактика. Вот. И в этой галактике существуют планеты, которые населены людьми, ну, не людьми, а, скажем так, гуманоидными существами, которые осознают, что они живут в разумной галактике и полностью ей поклоняются. Вот первый пример. Цивилизация. Это тот классический пример доктринальной веры. То есть это уже существа, которые практически разочарованы во всем, но они понимают, что скорее всего что-то выше их есть. И вот когда они сталкиваются с вот этими богостроителями, людьми, которые осознают, что они живут в разумной галактике, и пытаются достичь какого-то состояния, чтобы можно было хоть как-то обмениваться информацией с разумной галактикой, у них происходит конфликт веры. То есть они говорят, ребят, ну что вы хотите-то? Ну вот мы, посмотрите на нас. Мы живем тут несколько миллионов лет, как бы, и вот чего мы достигли. А вот эти вот, значит, люди, которые живут в разумной галактике, им отвечают, ну мы не хотим жить несколько миллионов лет, чтобы достичь того, чего достигли вы. Мы хотим построить своего Бога быстрее. И вот тут главный, как мне кажется, вопрос вообще, который, ну вот, Глеб озвучил, да, вот, просто мне непонятно, единственное, что, Стас, что ты хотел сказать, какой был твой основной тезис, вот. Что ты, какую основную мысль ты хотел донести в пику Глебу? Глеб сказал четко, да? Он говорит, что современная научная фантастика, она преследует цели богоискательства и богостроительства, как таковые. Тут начались разговоры о том, что возможно ли построить Бога. Сказал, что не достроили. Да, богонедостроительство. Как мы можем знать, что это богонедостроительство, если мы не знаем, что такое богостроительство? Богонедостроительство. Вот когда Мацутацу Аяма показывает ката, я знаю, что они эталонные. Я знаю, что такое эталонная ката. Я могу достичь такого уровня или не достичь. Тут я вижу, что у меня не доката, потому что я не делаю Мацутацу Аяму.
А вот, не зная, что такое богостроительство в завершенной фазе, мы не можем говорить о богонедостроительстве вообще. Бог создал посредительство цивилизации. Стас, так проблема в том, что не было ни одного определения, что такое богостроительство. Вот, я же о чем говорю, о чем тогда мы вообще тут, о чем столкнулся разговор? Не первый, так вот, я могу ответить на этот вопрос. О чем столкнулся разговор? Чтобы, значит, не блистать, как это, разными словесами, я могу сказать проще. Есть два метода познания Бога. Позитивный, когда люди пытаются вообразить, что есть Бог. Вот. И негативный, когда люди пытаются вообразить, чего нет в Боге. Чем Бог не является, чего нет. Так вот, мы вот последним негативным методом, если мы оцениваем то, что именовалось богостроительством еще 70 или там 50 лет назад, мы уже сейчас простыми глазами видим, что на богостроительство это не очень тянет, потому что то, что получается, Богом не есть. И вот когда вы приводите пример, чем он не является. Нет, ну... Слишком просто, слишком для Бога примитивно, слишком глупо, слишком ограничено. Тогда можно ответить еще проще. Еще можно проще ответить. Переселенцы из Африки, да? И та культура, которая возникла у них в Южной Америке, в Америке, да? То есть мы не говорим о религии худу и о магии вуду, мы говорим о синкретизме. Мы говорим о синкретизме. Это пережиток фактически, да, первобытных верований. Но в данный момент это одно из самых динамично развивающихся религиозных течений в мире. В Южной Америке. То есть имеет ли смысл говорить, что Томмазо Кампанелло в городе Солнца давал устаревшие представления о Боге и о богостроительстве? А Йен Бэнкс там в алгебраисте дает не устаревший. Вообще, могут ли устареть представления о Боге и о богостроительстве? Ну, представления о Боге устаревали на протяжении истории регулярно. И мы открываем Новый Завет по своим Ветхим Заветам. Хорошо, мы идем в теории фантастики. Давайте не будем развлекаться по три. Серьезно, давайте. Давайте про вампиров. Так это же не черта строительство. В сущности, спор, который сейчас возник, он упирается в проблему, которая не решается. Лев предложил некую систематику. Да, вот она вот такая вот. Сказали, она не всеобъемлющая и не абсолютно. Ни одной всеобъемлющей и абсолютной. У нас не хватает бюджета. Разговор теряется. Насколько я понимаю, она является саморегулирующейся, в отличие от канонической религии. Этого достаточно. А то, что они абсолютно... Да, безусловно. Кроме того... В данном случае фантастика просто показывает, что можно, или какие-то тенденции для построения просто сверхсущности. И когда мы начинаем говорить о том, какая она темная или светлая, это уже вопрос вторичный. Это опять же с помощью опять же, фантастики, с помощью литературных приемов, сюжетных, приемов. Опять же, мы сами искусственно настроим вот это темное, вот это светлое. Но принцип-то остается одним и тем же. Это сверхсущество. Так это вы говорите о демиурге, это не то же самое. Я знаю, чего не хватает научной фантазии до полной веры. Нужен хотя бы один мученик. Предлагаю хлеба и брать. Без мученика не получается веры. А когда будет мученик? Да, кстати, один маленький момент. Вот, Станислав, ты говорил, что в некоторых произведениях, вот, о которых говорил Глеб, нет вообще самого идеи строительства, ну, так сказать, нахождения Бога, строительства Бога, открытия и так далее, а есть именно построение утопии, ну, рая на земле и так далее, без участия Бога, но с другой стороны, собственно говоря, Глеб выдавал два пути. Один непосредственно богоискательство, благостроительство, а другой замена функции Бога социумом
более там прогрессивным, конечно, развитым в научном плане, в материальном, энергетическом и так далее. То есть зачем нам ждать, пока придет Царствие Небесное, которое нам значит, построит то, да, или так сказать, естественно имеющийся Бог, или тот, которого мы создадим, когда мы сами можем выполнить его функцию и создать вот такой вот фактически это получается то же самое богостроительство, просто опосредованное. Мы не ставим целью построения божества, ставим целью исполнения его функции. Мед без пчел? Ну, значит, да, можно это произвести. Да, но если мед в итоге будет, то какая нам разница, были эти пчелы или нет? Господа, вот это и есть христианская церковь, как она создавалась. Фактически, то, что говорил. Можно сказать, что церковь – это фантастика средневековья, церковная структура. Сущности, да. Однозначно. Вся символика средневековых храмов этим наполнена. Не только символика, но и тот же аспект нужно поставить. На чисто фантастическом примере ответим, что в чем претензии, вот как это, с виду претензии к Глебу, претензиями к фильму. Чем кончается последний сезон сериала «Сверхъестественное»? Последняя серия текущего сезона сериала «Сверхъестественное»? Когда ангел поглотил все души, которые были в чистилище, и заявил, что он стал Богом. И его тут не смогли убить, когда это убивали других ангелов. Но сразу возникает вопрос, какой же ты Бог, товарищ? Ты же еще Демиург, когда читал сейчас? Да, то есть тут претензии к авторам фильма в том, что они вложили в уста ангела безграмотную с точки зрения классического послоя и даже с точки зрения Слушай, может, это был безграмотный ангел? Ангел тоже не совершенный. Были безграмотные сценаристы, скорее всего. Это разделение Бога на Демиурга и Спасителя Искупителя. Обычно фантастика, если обыгрывает какую-то ситуацию, то первое Демиурга. К Искупительской очень трудно подступиться, но обычно для этого Бога несколько снижают. Но учтем, что это же происходило и в истории христианства. Художник по Возрождению очень сильно шпыляли. Что это вы изображаете человечишку на кресте? Ведь видно же, что ему больно, что у него там мышцы обвились, что у него кровь течет. Это казалось чуть ли не ересью. Но тем не менее, это стимул, посыл. И в 20 веке, условно говоря, вера после Освенцима, она тоже испытала определенный стимул. То есть то, что у нас творится сейчас, это некое отступление, некий дополнительный провал. Но давайте вообще-то не забудем, что полностью воцерковленного человека светская культура, начиная с литературы, это если не от дьявола, то во всяком случае не от Бога. И поэтому, когда фантасты пытаются что-то показать, ах, мы литературу пишем, но мы при этом и за религию в традиционном смысле, это попытка усидеть. Не надо трогать Володищина, это отдельная история. Я о фантастике говорю, причем здесь Володищина? Не круче быть помятым. Ну, а Чигиринская? Все равно не Володищина. Все равно не Но путешествие Бога – это путешествие на планете. Они вдруг пришли и пришли. А это уже Дейники. Понимаешь? Или там газонокосильщик явился. Вот и все. Это черт. Так, я думаю, перерывчик мы делать нет. Не будет.